Всем доброго дня. Хочу немного рассказать о деятельности федерального партийного проекта «Народный контроль». Действует он на нашей территории первый год. И за этот год мы достигли довольно-таки хороших результатов, вы все это видите. Уникальность нашего проекта в том, что он проникает не только во все сферы деятельности наших проектов, проектов нашей партии, а во все сферы деятельности нашего города. Это и бизнес, это и торговля, и спорт. Это и управление городским хозяйством. Также мы активно работаем с Максимом Сергеевичем с программой «Комфортная городская среда». Наш функционал связывается не просто с контролем, например, в бизнесе, да, в производстве, в изменении цен. Также контролируем качество продуктов, поставщиков, кто представляется на нашем рынке. Контролируем и выполняем работу по дворовым территориям, по общественным пространствам. Множество поступает звонков от обычных жителей. Они также поступают и заявлениями в нашу общественную приемную. И эту работу мы ведем постоянно, не прекращая. И результаты есть. Как ни странно звучит, мне раньше казалось, что контроль он нужен поверхностный, а нет. Нужно активно в этом плане принимать решения, и когда та или иная структура понимает, что за ней наблюдают за ее деятельностью и могут на что-то повлиять, они начинают делать свою работу качественно и начинают, получается у нас положительный эффект. Так вот. Спасибо, Николай Ильич.